Друзья, всем привет! Настало время замены сайлентблоков, а также оськи заднего маятника мотоцикл Дельта. Так, для начала мы берем наш съемник, снимаем вот эту вот часть вместе с вот этой частью. Вставляем съемник в сам сайлентблок с этой стороны, закручиваем сначала одну часть, следом вторую часть. Так, мы закрутили. Теперь берем ключик на 16 и начинаем крутить вот этот вот болт. Нам нужно изначально поставить маятник удобно, чтобы мы могли с ним удобно работать. Ну и в самом начале надо, конечно же, его снять, выбить ось, выбить все остальные, что нам не нужно, снять глушитель. Ну, в общем, я все снял, колесо не стал снимать, амортизаторы. И теперь, ребята, пробую. Для удобства я взял трещотку с головкой на 16. И теперь пробую. Пробую выпрессовывать. Так, ну вроде бы закончился ход болта. Теперь буду пробовать откручивать его. Я чуть-чуть ключиком гаечным, все, он вышел. Сейчас буду снимать второй. Думаю, показывать нет смысла. Я показал уже, как снимать этот. Но видно, что он уже убитый. Лучше их заменить на вот такие вот новенькие. Ребятки, снял я второй сайлентблок. Он еще более убитый, разбито вот тут все. Очень хорошая вещь вот такие вот съемники. Никогда не жалейте за 50 гривен купить съемник, потому что это вам очень поможет в будущем. Он стоит недорого, очень недорого, но зато очень легко можно все снять, чтобы не испортить вот эти вот сами отверстия под маятник. Тут ничего не сделать, заусенец. Сейчас буду таким же образом, этим же съемником, вот эти сайлентблоки впрессовывать назад. Думал, сайлентблоки могут быть разные. Они и есть разные, но сейчас вот посмотрел. Новые одинаковые. С старым сравнил. Так что сейчас будем их сюда впрессовывать. Пробую ставить сайлентблоки. Вот такой последовательности собрал съемник. Сначала вот это круглое. Теперь сам сайлентблок. И вот этот вот пыптик с кругляшком, скорее всего, здесь.
Так, сейчас попробую открутить, посмотреть, как оно идет. Вроде идет все хорошо. Значит, продолжаем крутить. Друзья, я уже прессовал соленблоки. Очень отлично получилось, я считаю. Никогда не экономьте деньги на съемниках. Всегда их покупайте. Сейчас покажу, как получилось. Все аккуратненько, нигде ничего не цокнул. Сейчас будем пробовать ставить его, ставить новую оську. Оська чуть-чуть отличается от моей, но в магазине сказали, что она вполне подойдет. Так, друзья, я уже все собрал, ось ставил, проблема ушла. Если вам понравился этот видеоролик, пожалуйста, прожмите лайк. Я надеюсь, что кому-то он мог быть полезен. Делаю я это в первый раз. Может, кто-то тоже будет делать в первый раз, посмотрит, и ему будет делать это легче. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем до новых встреч!